В Юргу традиция поздравлять выпускников Челябинска появилась еще 12 лет назад. Ежегодно на бал медалистов приглашают тех, кто окончил школу с золотой медалью, стал призером или победителем в университетской олимпиаде «Звезда» или достиг успехов в спорте. Александр Шестаков, ректор нашего университета, вручил выпускникам грамоты и подарки. Ну, мы ценим уровень образования, поэтому мы со своей стороны хотим поздравить именно медалистов и высокобальников, те, кто прошли Олимпиаду «Звезда», это нашу Олимпиаду, потому что мы понимаем, насколько это сложно, насколько это трудно, и отдаем отчет в их успехе. Поэтому это вот такое желание университета поздравить именно тех людей, которые добились успеха и хорошо работают, и хорошо учатся, и во многом, я думаю, здесь находятся наши будущие студенты. История успеха каждого приглашенного на бал медалистов уникальна. Только вступая на свой профессиональный путь, выпускники школ стремятся развиваться в разных сферах и искать новые возможности. Я шла за красным десантом больше для каких-то внутренних достижений. Вообще, вплоть до 10 класса, я думала, что для меня красный десант – это нереально. Вышло так, что появился шанс выйти на нечто большее при каких-то больших усилиях. Я решила им воспользоваться и очень сильно постаралась, и вот получила наконец-то его. Я поступила уже на фундейшн-программу Бирмингемского университета в Англии, вот, на психологию, поэтому через год вот это вот подготовки планирую туда же поступать дальше. По словам бывших школьников, период выпуска из школы и поступления в ВУЗ всегда напряженный. А бал медалистов – мероприятие, которое позволяет выпускникам взглянуть на весь пройденный путь, оценить свои успехи и определиться с дальнейшей учебой. Чуть грустно то, что это закончилось. Все-таки такой огромный путь, я встретила очень много прекрасных людей и учителей, и новых друзей, новые знакомства. В плане учебы это, конечно, было достаточно трудно, особенно красный аттестат. Но, думаю, это того стоило. Вот, так что я ни о чем не жалею. Очень рада, что мне удалось пройти этот путь именно 11 лет. В завершении мероприятия ректор ЮРГУ еще раз поздравил выпускников и пожелал им успехов и в дальнейшей учебной деятельности.